Приветствую, дорогие друзья! Мы движемся дальше. Мы сегодня с вами поговорим о такой молитве. Мудрецы говорят, что это одна из сильнейших вообще молитв в Вселенной. И она называется «Анна Бекоах». Или же «42 имени Бога». Почему 42? Потому что 7 строк по 6 букв, по 6 слов, по 6 букв начальных, которые составляют эти имена. Эта молитва была таким большим каббалистом открыта Равом Нахуния бен Хакана, и живший на 2 веке, был первым мудрецом, который открыл эту молитву. Почему 7, почему вообще значение 7 так важно? 7, цифра 7, почему там номера все покупают себе, 3 семерки, 007 агент и так далее. 7 это такая какая-то магическая цифра, как ей дали, может быть, так как и 13, сказали, что это такая магическая цифра, и с ней много чего связано, но 7 это 7 планет, 7 цветов, вот, 7 нот, 7 планет, которые Авраам видел, да, и 7 строк Анна Бекоах. Теперь, Анна Бекоах, я кое-что зачитаю коротко, и потом мы с вами, как уже принято, продолжим. Это уникальная формула, которая сложена из 42 букв из 7 приложений, которая дает вам возможность выйти за пределы нашего физического мира со всеми его ограничениями. То есть у нас есть это restriction, как и рамки, ограничения. Вот Анна Бекоах нам помогает это сделать. Она известна как 42 имени Бога. Анна Бекоах поистине может удалять все помехи и препятствия, связанные с нашей жизнью. Она вносит порядок в хаос, устраняет влияние сатана. Сатан – противник. Противник наш. Вот. Это в переводе, кстати, из древнеарамейского. Древнеарамейский язык во время Иисуса 2000 лет назад, Иешуа, да, из Назарета, был языком простонародья. А еврит это был, ну, высокий язык, то есть на это объяснение еще, почему там, допустим, такие книги, как Зоар написаны и так далее, на арамейском языке, потому что это было написано для людей, для народа, для познания. Вот, теперь, устраняет влияние сатана, Анна Бекоах, генерирует финансовые средства, помогает нам, да, достичь финансового успеха, вот, создает любовь между людьми, дает энергию исцеления для души и тела. Мы можем читать Анна Бекоах каждый день столько раз, сколько потребуется. То есть у нас нету, так как мы шма читаем три раза, вернее, два раза и один, когда идем спать, или там шмоне эсре амиду, или ашре, или варевы. Вот, Анна Бекоах мы можем хоть каждые 5 минут. Еду в лифте, читаю Анна Бекоах. Там, на светофоре стою, читаю Анна, произношу Анна Бекоах. Вот, это такой коннект, который нам дает powerful. Окей, идем дальше. Из чего она состоит? Эта молитва состоит из 7 предложений. Я зачитаю с точки то, что у меня, допустим, есть информация, и потом прокомментируем. 7 предложений. Это 7 сферот от Хесета до Малхута, то есть Зеранпин Мальхут. Хотя всего существует 10 сферот в нашем физическом мире, но имеют влияние на нашу жизнь физическую только 7 сферот. То есть мы когда подключаемся к этим, когда мы произносим эту молитву, мы вносим контроль и убираем хаос в нашей жизни. Так, на таком generally очень так просто. Вот. Потом у нас есть буква месяца, то есть у нас есть строчка. Вот, допустим, у нас сейчас месяц, о, Хешван, правильно? Это Скорпион, это Марс, это у нас третья строчка Анна Бекоах. Наги бордур шеех вакевашем. То есть, нун гимел далет, ют кавши.
Вот. И потом мы имеем соединение с месяцем, хешваном. Хешван месяц — это Далет Нун. Почему Далет? Потому что Далет — это Марс, Скорпион — это Нун. Вот. Мы соединяемся с мы можем подключиться к энергии Скорпиона в этом месяце и к энергии Марса. Это отдельная астрологическая астрология, это отдельный урок. Вот. Но буква месяца. Патриарх Авраам открыл астрологические секреты арамейских букв и знаков зодиака в первой книге мудрости. Сефер Яцера, такая сильная книга творений, переводит. Каждый месяц в году он контролирует определенная планета. У каждой планеты есть соответствующая ее строчка в Аннабекоах. Поэтому мы можем медитировать при помощи арамейских букв, которые создали планету и знак зодиака, относящийся к конкретному месяцу. Сейчас я перейду дальше. Благодаря этому мы получаем доступ к положительной энергии каждой планеты, минуя ее отрицательное влияние. Допустим, то, что я рассказывал, повторю. Например, арамейская буква Айн создала знак зодиака Козерога. Айн. Кто Козерог? Это Айн. Знак, да. Так. Тавет. Ну, Козерог. Тавет. Козерогом управляет планета Сатурн. Арамейская буква, создавшая Сатурн, это Бет. Поэтому каждый день в течение месяца Тавет мы медитируем на букву Айн Бет сразу после чтения строчки Аннабекоах. То есть прочитали строчку. В голове у нас буквы Айн Бет. Это Тавет месяц. Вот. Теперь Козерог, да. Теперь идем дальше. Также к этой молитве прилагается, есть такая штука, называется коррекция души. Коррекция, брат, я делюсь тем, что я знаю, вот, коррекция души. Тикун анефиш называется. Что это такое? Тикун, на протяжении всей истории мудрецы, каббалисты используют эту целительную медитацию дважды в день, 7 дней в неделю для восстановления и активизации всех органов тела. Дойдя до строчки Аннабекоах, так же самое, которая контролирует сегодняшний день. Вот у нас сегодня какой день? У нас сегодня третий день недели, вторник, да? Вот, допустим, это третья строчка. Это Тиферет. Вот. Третья строчка. Это Наги Бордур Шейху как в Адшумре. Теперь. В соответствии с таблицей. Сейчас я покажу, как таблица. Мы можем через нашу правую колонну, то есть через правую руку. У нас правая рука дает, правая сторона, левая сторона берет. Почему мы деньги даем правой рукой, забираем левой рукой? То есть это циркуляция. Вот. Я не буду про тфилин рассказывать, потому что там есть разные мнения, почему тфилин не одевают на правую руку, там сильная, слабая рука. Есть много мнений по этому поводу. Мы это не трогаем, это не надо. Вот. Мы говорим о циркуляции энергии, как оно работает. То есть правая рука у нас дает Авраам. Вот. То есть мы с помощью правой руки можем направить энергию в наши части тела. Здесь у меня есть это нарисовано, как это работает. Я вам могу это показать. А это работает вот таким образом. То есть, допустим, кетер. Кетер. Это здесь тетраграмматон написан с разными... Сейчас покажу. С разной интонацией, с разными теамим называется, ну вот, тетраграмматон, видите? Допустим, кетер, это череп, хохма — это правое полушарие, бина — левое полушарие, глаза, нос, ухо — левое, правое — рот. Потом правая рука — это хесед, левая — гвура, тело — тиферет. Потом у нас нецах — это левая нога, то есть правая нога, левая нога — это ход, половые органы — это йосот, и земля — это малхут.
Вот. Возвращаемся дальше, потому что мы так долго будем это все делать. Потом у нас еще есть Канна Бекоах, четвертая такая solution, это ангел дня. То есть то же самое, день, это очень важно, с днем все связано. Это различные ангелы, что такое? Это различные частицы духовной энергии, которые выступают в качестве проводников для наших молитв. Они доносят наши слова и мысли в верхние мира. То есть в Анна Бекоах есть строчка для каждого дня, недели, и есть особенные ангелы, отвечающие за каждый день. То есть каждый день это некий ангел, который каждое слово наше записывает там. Вот есть такие комбинации букв арамейских, то есть которые, допустим, сегодня, когда мы читаем Анна Бекоах, там строчку, ход, это пятая строчка, есть ангел, который помогает этой строчке. Вот. Донести ее наверх. В общем, Анна Бекоах. Анна Бекоах, она в Каббалат Шаббат читается. Это очень важная, сильная молитва. Допустим, она мне... Как-то она меня прям энергия заряжает, знаете, когда слышу Анна Бекоах, как будто такой разряд тока, вот, на напряжение происходит, да. Ну и, конечно же, заканчиваем мы словами Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэд, это шепотом мы говорим, и мы закрываем вот цикл Анна Бекоах. Собственно, не знаю, объясняю вам на таком языке, как... Могу донести на простом, если всегда есть какие-то вопросы, вы знаете, их можно задать, вот, и получить ответ. Теперь, это Анна Бекоах было, 12 минут, я думаю, двигаемся дальше. Всего хорошего.